Здравствуйте, уважаемый. Уважаемый. Да. Так, ручной досмотр. Уже набегал через рамку. Куда? В канцелярию сейчас. Видите, куда? 3-4 минуты. Ноутбук. Ну, все. Нет, это просто я уже столько пробежал через них. Просто прошу. Да, вот. А что, без маски не пропустите? А, под принуждением. Под вашу ответственность. Под принуждением. Ну, я не хочу. Вот это... Я без маски просто тоже никого не пускаю. Вас не пускают? Я говорю, без маски никого не пропускаю. Ну, вы же принуждаете, я не хочу на вас это принуждать. Есть какой-то звук, да? Благодарствую. Есть кто живой? Есть кто живой? Всяких полно, живых мало. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич. Чего так кричать? К вам? С чего вы взяли, что Александр Сергеевич? Он же по документам Александр Сергеевич. По каким документам? Пойдемте. Решение вынесено. Уже вынесено решение? Да, да. А кого вы приглашаете? Вы что начинаете? Пойдемте, получите копию постановления. Какое решение вынесено? Сейчас увидите. В отношении кого? Копию-то будете получать или нет? Документ. Кому обращаетесь? Все правильно. Получается, я позвонил в 14:29 помощнику судьи, спросил, в каком кабинете будет заседание. Мне сказали, 511. Через одну минуту, по идее, должен был начаться. Так, через 10 минут. Никто не появился, сидел в кабинете. Через 15 никто не появился, вот сейчас 14:58. Говорят, что заседание уже прошло без меня. Без меня и без персоны. 14:58. Так он вышел? На каждом шагу нарушения они так и будут их сейчас творить и творить. Смотри, а материалы дела, ты же ознакомился? Ты просто скажи, дайте мне дознакомиться, там же появились новые листы в виде постановления, дознакомишься и сфотографируешь его, и все. Такой вот, честно говоря, впервые наблюдаю. Очень интересно. Угу. Как слушаю. Стаканом, да? Да, 100%. Судья, обоссавшись.
Я спрашиваю, кого у вас? Он как-то ко мне обратился, еще не выяснил. Кто я? Кто ко мне обратился как-то? А вы знаете, а зачем вы второй раз туда посели? Не понимаю, почему. Свидание прошло или не прошло? И мне сколько еще ждать? Свидание вам прилежит, будет очень быстро. Не будет. Как его посмотреть? Давайте еще посмотреть. Да. Сейчас. Это кто был, который выходил? Это помощник? Вы Екатерина Владимировна? Да. А вот это кто выходил? Вот человек выходил. Денис Васильевич. Денис Васильевич, а он кто? Он тоже помощник. Он тоже, а почему здесь не написано, что он помощник? Ну, у нас не всегда написано. Видите себя? Нет, я хороший сервис. Я же спрашиваю вас. Было у них там проходной двор? Видимо, да. Ой, я не могу вызвать. Стой здесь. Сейчас. Он тебя снимал, все? Так, протокол по делу об административном правонарушении 6604-08-49-158-2 декабря 2020, предусмотрено частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных и материалы, приложенные к нему в отношении Александра Сергеевича, возвратить должностному лицу полицейскому ЗКВ ППСМ батальона номер 3 полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу МСЮ.Ф для приведения в соответствие со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и устранении недостатков. Судья В.А. Тимофеев. Судья В.А. Тимофеев. Определение. Определение, да? Дело номер 5. Ну, вы прочитаете, я вам отдам это определение. Все, я прочитал. Вы распишитесь. Я не хочу. Вы не будете? Нет, не буду. Ваш адрес? Не в мой. Там указаны же реквизиты. По реквизитам.